Очередной прорыв российской науки. Ученые завершают доклинические испытания препарата, который может совершить революцию в борьбе с онкологией. Предположительно, лекарство сможет бороться со злокачественными опухолями и на последних стадиях заболевания. Об успехе ученых сегодня заявил доктор медицинских наук профессор Андрей Симбирцев. Исследования специфической противоопухолевой активности, они проведены у животных, и как раз они показали, что на трех видах опухолей, это меланома, рабдомиосаркома и глиобластома, вот на трех видах опухолей показана эффективность препарата у мышей и крыс. И вот, собственно, это и обнадеживает, и дает нам шанс, что этот препарат будет работать у человека. Доклинические исследования планируют завершить к концу года, после чего препарат с рабочим названием «белок теплового шока» смогут тестировать на человеке.